очень много в мире человеческих понятий, которые при этом не являются жизненными. Ящерица может отбрасывать хвост. Это ее механизм защиты. После этого животное теряет возможности к размножению, но остается в живых. Нет, это не смешно. И это не биология. С людьми то же самое, только вместо хвостов у нас невербальное, метафизическое, нравственное, душевное, человеческое, слишком человеческое. Это то, о чем говорил Юрский. Спутываются ясные намерения ума с простыми требованиями жизни. Сердечный импульс дает толчок в одну сторону, а физиологический императив – в другую. Нити общественного долга и личного интереса стремятся к слиянию в красивый узор, а он оборачивается уродливым узлом. Искусство проповедует исповедью. Я прихожу в театр как зритель, как ассистент режиссера, как ответственный за музыкальное оформление, как человек, который просто пришел за билетом с парадного входа или служебного. Вхожу и понимаю. Все. Вот здесь можно. Здесь можно быть человеком. Выдохни и живи. Оставь гладиаторские доспехи, щит, сложи в углу, накрой плащом. Впусти в себя неосторожных птиц. Так только в театре чувствуешь и понимаешь, любовь – не сила твоего чувства, но сила твоей души. Недавно не плачется от плохого, но может растрогать хорошее. Почему? Я видела столько плохого. Пожалуйста, расскажите мне о другом, о том, что бывает иначе. В мире людей, наверное, все же должно быть место самоотверженной любви и преданности. Иначе какие мы тогда люди? Расскажите мне не про то, что можно прожить, прожечь, пустить на ветер, но про то вечное, что постоянно меняет форму, но не суть. Та же великая красота, только высечена не скульптором в камне, а в каждом из нас, в себе. Расскажите мне, как это бывает, вот здесь, среди людей на земле. Ибо... что я вижу об этом лишь в театре.